Привет! Продолжаем Evil Within. Но пришлось это, как его, назад откинуть на одну сохранялку, потому что я нечаянно завалился в то место, не обследовав территорию наверху. Так, чё, давай сверху, прям ключик. И... О! Граната, ни хрена себе. А, криобол, снаряд для арбалета агония замораживающих врагов. А я не знал. Так, берем кредиты. Со своей рекламой задолбали. Эй! Эй! А как меня выпустить? А, вот, открывай. А, сейчас у меня видение будет, видимо. Не? А нет, нормально добежал. Так, врачеватель. Синий такой свет у лампы. Я просто сразу побежал за мальчиком и вот. Я вот был, блин, я вот был только там. Вот в это здание даже не залазим. Сейчас мы будем все облазить, значит. Так, сюда не залезет. Сюда не залезет. Давай вот в этот дом сходим. Устал? Устал. Чик. Не так быстро. Подожди, а как в этот дом ты добавишь теперь? Не хочет в этот дом попадать. Так, опять эту поджигательную штуку. Ладно. Ой, блядь, ёб твою мать, сука. Да, вот это сейчас что такое было? Блядь, я в ужасе просто оказался. Так, что такое там было вообще? Что открыть? А, откроем это. Ой. На улице так фонарь фигачит сильно, а тут что-то в помещениях так себе светить начал сразу. А что за эта баба выбежала горящая, а? В ужас меня просто вогнала. А, о, проходец какой-то. О. Так. Ну. Так. А чё, у меня опять? А, у меня же проблема была с переизбытком патронов. Спрятаться. 300. О, тут лечилка у нас. Блин. О, еще какая-то. Записка жителей деревни. Они взяли Нормана. Его мольбы о помощи больше не слышны. Каждую ночь раздаются дикие крики. Если не буду прятаться, то стану следующим. Бляха-муха. Да. Жутковато. Че? А, бутылка. We must be going. Да понял я тебя, врач. Так, сейчас никто не будет дверь с диким воем опять открывать. Если я понял, он какая-то горе. О, что потом подобрать? А, жутко. А, это ты убитый четки. Что-то вывалилось из нее. Охренеть. Нет, что за. Так, ладно, отсюда не выпускает.
Что у нас еще не исследовано? Вот это здание не исследовано. Не забудьте про меня. Мне вон туда как раз надо. Ну пошли в это неисследованное здание. Так, место с сохранялкой пиликает. Тут у нас что? Блять, было же... А! Так, да, в прошлый раз это было. Да-да-да. Чё ты? Дай чё-нибудь. Дай чё-нибудь. Это очень напомнило ближайших соседей наших. С этими шутками. Ага. О, давай вот это подожжем. Доктор, блин, не сгори. Ты мне еще понадобишься. Главное, никто сам, чтоб ко мне не... И ничего-то нет. Ну, в прошлый раз так и было, ничего не было. Четко висит опять. Да. Давай. Угу. Спасенная. Тыщу. Так, опять у меня проблемы. О. Чё, не возьмешь гарпун? А, во, гарпун-то. Если я правильно понял, там можно еще гарпун до огненного прокачать, но это, конечно, вообще будет это ультимативное оружие. О. Тихо. Доктор уже здесь. Какой доктор? Снимаем, но не рвем. Что это? Тихо, говорит, успокойся. Доктор, ты куда попёрся такой бесстрашный? Валерио, это я. Это мой брат, говорит. Он раньше лечил Лесли. Чё, только понял, да, что проблема какая-то? Снимаем. Бэк. Бэк. Обнажим все. Жрет. Что вы делаете? Блять. А давай подожжем. Нет, не подожгаю. Не поджигается. Сука, уходим. На безопасную дистанцию. Ты че, скотина? Иди сюда. На. Так, ну-ка поджечь его. Бля, камера так задергалась. О! Что такое? Землетрясение или меня просто вштырило чем-то? Оба. Хрена себе чувака режет. Как чешется, говорит. А, сам себя сдернул, ни хрена. Чешется как. И вот все тут. Все плохо. Так, с докторишки у нас 1000, да? А 100 всего. Как он мог это сделать с Валерио? Да вот так вот. В смысле, impossible, ты видишь, что вокруг творится? Это impossible у него. Посмотреть. О, ключик. И чё, и чё? Ну вот я вижу ключик. Ключик вон, вот. О! А, резать надо. Привет.
Что за такая мини-игра? Только что вы замочили докторишку за то, что он это ел. И сам же в трупы залажу. Чавкающие звуки. Ой, блядь! Ёб твою мать, ты чё устроил-то? Он ещё же... Ой, ключ раздобыл. Ты чё, мужик, орёшь-то? То есть? То есть? Видимо, я его ещё живого зарезал. Так. Жизнь у меня полное количество. Жизнь у меня полное количество. Так. Где тут чё? Бутылочка. О. Спичечки, это хорошо. Колбасы какие-то висят. Похоже, совсем не на колбасы. Кто-то ма... Чё ты орёшь, блядь? А, это вот наверх, где я лазил, ну. А вон здесь жидкость стоит. Ну-ка, хоба! А, наверху оказался, ну. Подобрать бутылку. Тут больше ничего нет. Запрыгиваем, полукруглая комната. Вот дома строили, конечно, какие-то полукруглые комнаты. Ну, вообще-то прикольно, только здесь это террасу, не террасу, а побольше окон бы поставить, типа комната отдыха была бы. Так, все, здесь осмотрели, видимо. У нас еще есть второй этаж. О, место сохранения, судя по звукам, есть. Че подобрать бутылку? А, место сохранения за стенкой. Гляньте. Оба. Такие цены, не цены, а за прокачку уже столько берут эти мозговой этой жидкости. Просто жесть. О, опять лечилка, которую взять не могу. Сколько этих лечилок-то у меня? Так, здесь я был. А, здесь отсюда я запрыгнул. Так. А, это выход. Влезли наверх. Сейчас не будут никаких, блин, опять скримеров. Хоба! Блин, патронов так-то полно. Пробел, пробел. О! Это вспышка. Непонятно зачем. Я высадил две, по-моему, вспышки на чувака с бензопилой. Так, что-то чуть-чуть его замедлило это. О. Спичечки. Так, спичек у меня 9 уже стало. Ладно, спичек можно в любой момент израсходовать вот на всякие эти штуки-дуки. Ага. Вот тут дом у нас остался. И лечилки. А, я знаете, что здесь сделал? О, стой. Сука, кто дверь открывает? А, где-то тут хмырь вообще. Так, что будем в него всаживать? Ой, бля, звуки эти. Гранат максимум. Обойма, запас. А, максимум 6. Максимум 20. Ва, тут что-то у нас огненные. Бля, нахера болты-то? Ну давай болты возьмем. И не эти. О. Ой, куда ты, блядь, залез? О! Блядь, он сам выскочил! Я тебе говорю, сейчас сам все покажу. Ой, не тем шарахнул, блядь! Сука, ну чё я сотворил?
подожжем. А, не дал поджечь, сейчас, сука. Чё за херня? Электрический. Электрическим шарахнул вообще. Подожди, а чё электрический дает? Какое там? Так, где? А, это был не электрический, а был вспышка, блядь. Угу. Ослепляет. Можно скрытно было его завалить. Так, мужик, ты с целой башкой? Нет, с башкой отстреленный. Поэтому можешь смело идти нахер его поджигать. Да, о, топор возьмем. Топор, правда, блядь, плохо одноразовый. Чё ты где был-то? Ой, жизнь моя, жестянка. Так, опять под кроватью можно спрятаться. А он здесь тусил. Погоди, чё у нас дробовик? Бробовик. А, вот, все, у меня дробовик максимум. Все, уходим отсюда, видимо. Видимо, все я обыскал. Вон тут какой-то вот этот балкончик непонятный. Две лечилки у нас остались валяться где ни попадя. Это плохо. Потому что... Пошли, заходим тогда в окно. Нужно прокачать. Видимо, сюда я уже не вернусь. Нужно лечилки эти подобрать. Вас ждали, да? Ждали, блин, видишь, у меня опять колбасит что-то. Садимся. Нужно сейчас увеличить количество возможных лечилок, которые можно взять, да? Лечение шприцами. Где я здоровье? Блядь. Запас, вот. Шприцы. Сколько будет? Плюс один. Чё так мало? Блядь, 200 не хватает. Не хватает 200. Что за... Да и даже если оба ключа сейчас использую, ни хрена мне это не даст. Да? Ну давай этот откроем. А, у меня один ключ вообще. Чё ты, блин, выпендриваешься-то? О, 5000, ни хрена себе! А, так тут 5000 дают. Так, вон одна открытая. Так, сейчас как раз прокачаем взятие 4 лечилок. И обе лечилки выберем. Пиздец, я душный, да? Так, прокачаем 4 лечилки и остальное, эту мозговую жидкость, оставим на потом. Так, запас. Где там шприцы? По максимуму прокачал, да? Выполнено! Ты закрыл. 2800 остается. Пошли лечилки собирать. И у нас это, предстоит битва. Че, здесь нет ничего? Там же какой-то хмырило. Ну, в смысле это... А я сохранился? Валерьяныч, ты че? Коп. Ти-т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 и. Все. Нормуль. Ну что ты, доктор? Поехали наверх.
А, нет, не наверх, вот здесь она. Одна лечилка здесь. Вторая лечилка у нас вот в том доме. Угу. Никто сейчас не выскочит с диким воем. Так, вот туда надо пробраться. И у меня топор пропал куда-то. Все! Я рад! Лечилки не оставил. Блин, иди, иди, иди! А что-то у меня для пистолета мало заряда. Так, подожди, здесь были. Вверху там нихера нет. Поджечь, что ли? Да чё это даст, подожгу? Ну чё это не даст? Ладно, заходим в помещение. Где жутковатое место. Здрасте. Так, теперь нужно все обыскать до того, пока как с этим встретимся. Тут что-то там. Пульки для пистолетика. Хорошо. Что там? Бутылочки. Бутылочки не оставите. Угу. Так, еще спичечки, да? Одна лишняя. Чё телега не горит? Вся. А чё? Давай тоже что-то тоже там загорел. О, в последний раз поджег. То есть на последнем издыхании поджег те самые тюки. Ну. И ничего не осталось. Музыка такая, блин. Вроде бы успокаивающая, но на фоне игры это уже какой-то, блядь, это, ну, не ужас. Как тебе... Ну, в общем, вокруг ужас происходит, и ты воспринимаешь эту музыку из разряда, что... Значит, рядом где-то вообще... Это трэш какой-то творится. He's gone down there. Nice shooting. Пошел туда, ладно, пошли туда. Так. Давай сюда сходим сначала. Красная комната. Ой, тихо, тихо. Давай тогда. Все-таки туда сходим. Вспомнил, что. С патронами не понял. 6 максов. А, запас 5, обойма 4. Запас макс, в смысле запаса, а не всего. Фуф. Нормуль. А вот с гарпунами что-то сейчас, наверное. А, не, нормально взял. И опять спички, да? Лисички взяли спички. Так, 2 спички остались. Это плохо. Тю-тю-тю-тю-тю. Так, что у нас заряжено? Вот, у нас обычно эти гарпуны заряжены. Странные гарпуны эти. Чё за музыка? О. Так, бутылочки, бутылочки. Так, пистолетики, пистолетики. Ладно, чего? Пошли. О, Лесли. Лесли опять сейчас попытается свалить куда-то. Таять, говорит, кто-то тащится сюда. Опа.
Ой, блядь, да сука, я про них уже забыл, бля, бабочки. Иди-ка ты нахер. Блядь. Скотина. Где эта херня? О. Ой. Вот оно как. Давай давай перезагрузи меня. Автосейв, да? Нужно ослеплялкой. Я забыл про него, про эту херню. Масляную лужу можешь пожечь спичкой, понятно. Фу, жуткие эти хмыри. Так. Вот ослеплялка. Доктор Хименес. Блять, чудовище, жесть какая-то. Все, иди нахер. Something scary. Be still. А, сука. А, все сдох. Фуф. Is there anywhere safe at all? Это, говорит, место смертельная ловушка. Все, блядь, что-то как-то это. Не могу, на, в общем, нужно выбраться, нужно идти, все, отстань. Че ты подобрал-то? Бля, что-то много я потратил, мне кажется. Так, арбалет. Че ты зарядил? Гарпун, да? Угу. Пистолет перезаряжаешь. О, еще херня. Этот дробовик перезаряжаешь. А у чего урон больше, интересно? У двустволки или вот этого автоматического дробовика? Ой, бля, просто вот до сих пор в ужасе нахожусь. Так, ладно, сейчас глюк будет у нас какой-то. Стенку заворотила. Чувак на Хопкинса похож. Говорит, с ума вместе сошли, ну, толпой все. Пришел, говорит, хмырь этот в капюшончике. Рубик Джан пришел. Говорит, Рубик Джан, хорош. Так, кто ты такой? Не иди за ним. Ладно, не пойдем. О, пробил, взял. О, еще что-то здесь появлялось. Это хорошо. Так, спички опять не берутся. Ладно, пошли. Что поделать-то? Вот. Все, перенесли тебя, да, да, да. Доктор Лесли, все, ничего нет, никуда. Мы нас колбасит просто. Хоба, побежал. Ага, еще раз побежал. Ой, блин. И побежали в обратную сторону. Так, Рубик Джан просто, это как его. Какую-то магию кровавую на нас вот нафигачил. И мы такие все. Так. Тут полезут чуваки. Мы помним. Тут полезут чуваки. Зачем-то. Ну, залазь. А, этот не достается. Здесь у нас ловушка. Так, я не помню просто, в какую сторону дергает. Давай дергаем.
А, в ту сторону. Соответственно, надо их туда заманить будет, чуваку. Ой, иди в жопку. В ту сторону заманить. А это что делает? Это, то есть, куда стреляет? Так. Два гарпуна. Ну, наверх куда-то можно залить. Ой, что тут? Граната. Гранату нужно будет кинуть. Два гарпуна использовать. Точно, у этих морей. Сюда залезть, от них шкериться. Ага. Поджечь его можно. Где? А, вот поджечь. То есть они когда за мной побегут. Все, поехали. Да? Ай! Не тот, вывалился. Так, приседаем. О, запчасти. Так, может, зря все тут это понадобилось. О! Что за херня? Во-во-во-во-во. Какая-то чушь вылезла. А, Рубик Джан пришел, всех кровью заразил. Сейчас, говорит, будет вам пипец. Куда, в какую сторону? Ой. Так, это что делает? О! Ни хрена себе, про это не знал. Тихо. Ой, блядь. Мамочки, залазь. Сколько вас там, чуваков? Вот сюда давай. И вот бежим сюда. Да-да-да-да-да. Заманиваем сюда. О-о-о. Граната. Бля. Одна мина не сработала. Так, кто-то меня видит все равно. Так, перезаряжаемся, сука. Что там использовать, поджечь? Ну давай подожжем этих морей. Вот они всей толпой горят. Так, там статуэтка осталась. И этот. Да, а где статуэтка? Вот она. О! Стоит, бля. Ой. Ай.
Ой. Бля. Тихо, поджечь. Ага, да. Чё, всё, да? Фуф. Там ещё где-то это... Граната осталась лежать. Так, нормально вроде как справился, смотрите-ка. Ещё ключ нечаянно раздобыл. Чё-то я... Вон гранатка. Чё ты максимум опять мне начинаешь тут рассказывать? О, заряди. А, блин. О, бери. Жесть. Ну как жесть? Нормально, чё ты испугался? Фуф. Первый раз я когда сюда пошел, вообще струхнул, всё поджёг, всё сам деактивировал, полезли монстры, я тут носиться начал. О. Куда это? Подожди, блядь. А мне вон туда, видимо, да? То есть я сюда даже не забегал, получается. Ага. Бля! Слишком узенькая эта полосочка оказалась. Ну, блядь, всё. Придется не перезагружаться. Новый предмет. Электроболт. Бездвиживает. А, на стены можно ставить, да? Нифига себе. Ща, подожди, давайте с болтами разберемся. У нас есть. Чик. Гарпун. Пронзает врагов насквозь. Зажигательный. Поджигает все, что находится рядом с местом падения. Ядовитый. Приманивает врагов запахом, отравляет их, да? Нихрена себе. Разрывной. Мина. Если рядом враг находится. А, это типа, ну, защитная. Электроболт. И даже на врагов можно, да? Понятно. 4 секунды всего, прикинь. Будут разбиваться. Криоболт. Болт вспышка. Ослепленного можно со всех сторон. Мне вспышка пока понравилась. Но вообще другими-то я и не пользовался. Блять, на мини подорвался за каким-то хером. О! Что? Как туда попасть? О! Горящая херня. Ха! Неизвестно, как туда попасть. А, вышел вот сюда. А, вон как попасть. Подъем. То есть тут тоже нужно было ловушки использовать. Прикинь, я даже сюда не поднимался. А чё? Ой! А, он просто бочки уронил поджигательные. Я понял. Ладно, валим отсюда. Как бы не убиться просто тут на какой-нибудь херне. А, вон ящик можно разбить. 4 пульки. Запрыгивай, вон тоже еще... Ай! Там мина осталась. Ни хрена себе. Ай! Может, идет мина нахер это? Сейчас еще подорваться мне осталось, да? Вон еще ящик. Не так сложно все оказалось. Только вот на мини подорвался. Ладно, уходим. Куда это я сейчас выйду? Контрольная точка. Ну слава богу, контрольная точка. Ой, все зеленый стал. А, не, тут видения опять какие-то. Патроны для дробовика все сменял, прикинь. Разрядить. Больше урона, чем обычный, но его нельзя улучшить. А-а-а! Двуствольный, вот оно чё.
Вот и это, Валерьяныч, блин. Дробовик, информация. Небольшая дальность стрельбы на широкую зону поражения. Это как информация. Разрядить. А у него патронов и так нет, да? Пока с двуствольным будем ходить тогда, бляха-муха, че за хер. Так в смысле, патронов-то нет. Че за это мазня кровавая на стенке. Не пойдешь сюда. Тебе он вперед к трупику какому-то. О, давай сразу патроны наберем. А здесь просто коробки. Так, и кто валяется? У нас сейчас опять будете чем-нибудь пугать? В смысле? Ой, блядь. Уходим. О, куда? А куда бежать-то? О, блядь! Вот куда. Там же четко было сказано в подсказке. Вы, говорит, можете... Ой, бежать не могу. Вы можете, говорит, с ним повоевать, но лучше бежать. Так, а куда? А, во. Поджигаем этого хмыря. Так, а куда дальше-то? Блять, что дальше-то делать? Кнопочка. Нет, она все переломала бы. Ты че, сука? О! Вот мина! Пожалуйста! А, вот на мину попалась. О, а, блядь, вон вниз куда лезть надо. Вот я дурак. Столько патронов потратил, а стоило ли? Блядь, я просто с испуга нихера уже не видел. Что тебе надо? Она у меня все ресурсы хочет забрать просто. Так, это оставим, Джим. Поджигаем. О-о-о-о! Я столько патронов просадил, просто жесть. Так. Она опять вылазит. Ну ты нахер, давай я спрячусь куда-нибудь. О! А, бля! Ай. Побежали. О! В смысле? А! Да, блядь, бежим! А, все пиздец! Блядь! Давай гранаты подорвемся. Ага. Вот она меня так вот завалила. Лицо все, ногу, голову сломала. Ни хрена себе. Это кто такая вообще? Вася, ты кто такой, а? Почему такая страшная? Блять. Подбираем. И все, уходим. Я с испугу эту лестницу нифига не увидел.
А сейчас вот под дверь закрывающуюся, почему-то я думал, что там будет засада, это что, типа побежишь и сразу же... И она сразу же это там, ну шипы же были, и шипы сразу же типа это выскочат и это все как... Блядь, да что ты камеру-то нахер так разворачиваешь? Все, жадность обуяла меня, бежим! Так, здесь нет нихера. Поехали. Давай подожжем это на всякий пожарный. Так, что у нас с жизнями? Можно одну, кстати, одну сожрать. Не до конца, видите? Набралось. Вот. Опять она вылазит. Блять, подбери! А чё тебя не по... Всё завалило меня опять! Сука, вот так вот нельзя попадаться. Чё, она там кровь типа пьёт, да, мою? Охренеть. Жопа с ручкой очень страшная. Фух. Там всего 300 мозговой жидкости. Но все-таки... Но 300. То есть, но жидкости побежали. Сейчас камера опять развернется. Ну. Что тебе надо? Ну, что комиссарского тела хочет по непонятной причине? Жаль. Все, поехали. Угу. Валит сразу, причем, охренеть. Все, бежим. А, блять, не так лови. Побежали. Так, шипы давай. Угу. Теперь надо пробежаться. Успеть, типа, да? Оба! Фух. Давай, как этот, как его, поинт. Во, контрольная точка. Фух. Могло быть, говорит, хуже. Да, согласен. Тебя же два раза замочили так-то. Так, перезаряжайся. Будем ходить... Ты чё зарядил-то? Будем ходить, блядь, с дробовиком. Двуствольным. Ну, да. Так. Разрядить-то? Разрядить, говорю? Во. Пробел использовать. Патроны все в нем остались. Чего не разрядил он помповый гробовичок? Блять, что-то мне кажется, не просто так эту херню внизу раскидали, она сейчас погонится. Ой, да ёб твою мать, блин! Мальчик, ты чё? А, да, вот как раз вот надо поджигать. Да? Нет, пули только потратил. Ты чё? Три выстрела. Мама родная, сейчас шлепнусь. Ой! И все, так там тебе должно наступить. А, тут у нас опять видение, в больничке оказался. Кто-то рычит вон. Ничего себе! Вот так приключи. А, эпизод 4 пройден, охренеть. Вот это что за невидимая херня была? Вот, у которого рожа вот вся такая.
мучают меня, пугают. Ну и ладно, продолжение будет в следующий раз. Пока-пока.